Вот, ребят, сейчас покажу, как вообще идет, происходит заправка катера. В данный момент идет заправка катера. Заправка катера вот так происходит. Вот она, АЗС. Здесь есть дизель, здесь есть бензин. В настоящее время производится заправка в объеме 500 литров. Катер называется Белуга. Катер у нас очень непростой. На этом катере можно сделать не просто кругосветку, это ледник. По ледникам можно, как Ленин, есть катер Ленин, и вот это такая же тема, можно в Арктику идти. На русских, на русском флаге. Редкий случай, когда катера на русском, с русской припиской, с русским флагом. Вот идет заправка.